Этот день становится все лучше и лучше. Чё, Адель, за сериал-то? Хороший человек. Про... Это мини? А? Мини? Ну, там 9 серий. Про мини. Один сезон, типа, и все? Мне кажется, да. Ну, я, честно, не знаю, но думаю, да. Ну, про маньяка в Вознесенске, Воскресенске. Ну, короче, пердях каких-то. Насколько я поняла, это вообще история основана на... Вы слышали про ангарского маньяка в России? Чё? Нет. Нет? А, это про него? Ну, это основано... Блин, опять один не в курсе. Основано. Он же мент, да, по-моему? Да-да-да, он был мент, который убивал. Жесть. А там фемповестка есть? Я почему-то... Фем... Бля, я вообще не знал, что про маньяка, я думал, там что-то прям такое. Ну, в российском... Не, ну, немножко есть, потому что главная героиня, там, вот, Юлия Снегиря, она как раз расследует это дело. И, ну, там просто, знаешь, типа, в каждой семье есть вот это место абьюзу, семейному насилию и прочее. И это, ну... Семейное вот... насилие. А, ну, так как отражение российской действительности, знаешь, помимо того, что кто-то пьет или еще что-то, постоянно вот это присутствует семейное насилие. Это ужасно. Это прям скрепно. Русские ценности. Да. Бить бабу. Да. Ну и там водку. Очень классно показывают женщин, которых там, ну, типа, мужик постоянно избивает, он говорит, что ты от него не уйдешь из серии. Она такая, ну это же мой муж. Бля, а помнишь, мы вот недавно фильм посмотрели, этот American Murder, как там это? Не знаю, как он в Russian localization. Американское убийство. А. Там что-то типа. А, это которое вы нам советовали? Да, что, mm-hmm. посмотрели вы так? Посмотрели. И что как? Ой, вот знаешь, очень смешанное ощущение. Но мы с тобой срались так в Телеграме по этому поводу. Ты доебался до меня, блядь. Что мы так и не обсудили. Это ты доебался? Я до не, фильма. Блядь, я из-за не какой-то доебался. Хуйни. Не из-за Почему хуйни. Камера у копов слишком хорошего качества. А на блогер, блядь, как это совпало, пиздец прям. Блядь, ну там реально материал просто сложился в идеальный, блядь, документалку. Блядь, да сейчас да это делать? Стоп. Давай не про было, фильм блядь. Лучше. Вообще, ну, это сложно, ну, типа, фильмом назвать, это же, ну, прям документалка, это настоящая история, которая произошла там в 16-м или 18-м году, я не помню. По-моему, в 18-м. Ну, и... Вот, Вадим, твоя предъява по поводу того, что все сложилось, мне кажется, ну, в наше время это очень просто. Во-первых, девушка-блогер Мамаша, у которой очень много видеозаписей. И остальная часть записи — это, ну, запись с камеры полицейского. Ну, или там переписки их в телефоне, которые тоже... Ну, да, то есть классно, есть. Что семья дала доступ к этим всем материалам, там, перепискам, и получился такой сериал ошеломляющий. Ой, сериал, говорю. Документалка такая получилась. Я просто в шоке больше всего был от жестокости убийства детей. Вот прежде чем о жестокости... Жестокий ты, потому что я просто спросил, постанова это или нет. Я думал, это воссозданные события. Ну просто реально в некоторые моменты я такой смотрю, типа, блин, ну реально там нагрудная камера у копа так все снимает хорошо, типа, там столько всяких там со всех у камер них просто там. Просто нормальная цивилизация. И это другой вопрос. У меня вообще не было никакого доеба, что это какая-то фикция. Ну, я думал, что это, ну, реальная история, которая... Частично будет рассказано восстановленными событиями. Что такого-то? Ты знаешь, мы с Адель, во-первых, охренели то, что над тем, как работает полицейский там. То, что он такой, я не могу в дом зайти, у меня нет разрешения от владельца. Когда этот муж открыл дверь, зашел, коп стоит на пороге такой, сэр, вы мне разрешаете войти? Ну, как вот, вампир. Да. А? Как вампир такой, знаешь? Да, 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 да. И самое главное, это вот такой уездный полицейский. Ага. Как бы такой пригород, да, ну как бы ты не ожидаешь. А вот... Блин, вот я, кстати, всегда себя ловил на такой мысли, что вот если бы я, наверное, переехал в США, я бы с удовольствием пошел работать в полицию. Потому что там это вот воспринимается совершенно иначе. Это вот буква закона. Ну, сейчас, конечно, контекст плохой. Ну, с учетом того, насколько их там все хуесосят. Но
Black Lives Matter и вот это прочее, да, да, то, что там расизм и тут и все. Но это вообще ни при чем. Ну, типа, лет 5 назад, когда там выходят какие-нибудь. Как этот фильм назывался? Эйр снимал про двух копов, где Джилленхол и мексиканец. Ой, не помню. Как-то. Под прикрытием, братья полицейские, чуть-чуть там. Да-да-да. Полицейский из Беверли-Хиллз. Да-да-да. Голый пистолет, вот это все. Плохие парни. Ну, просто смотришь эти фильмы, сериалы и такой, типа, полицеи, блядь. Полицейские — это клево. Ну, типа, это буква закона, это уважаемые люди, и вообще, ну, они, типа, суперпрофессионалы. Ну, во всяком случае, может быть, это в кино так преподносится, да? Да не, ну, слушай, даже документалку ты смотришь, и ты видишь, да, как они действуют. И ты понимаешь, во-первых, то, что у каждого из них камера, и будет официально зафиксировано то, что он нарушает свои полномочия. Ну и просто, а вот у нас в стране, к сожалению, так сложилось вот это. Полстраны сидело, полстраны охраняло. И, да, ну, как они чередуются сейчас. Блин, ну, реально, бедные менты, которые, ну, обычные постовые, блядь, но они каждый день видят такую чернуху. Это настолько тяжелая, блядь, неблагодарная работа, которая, ну, в России вот просто так сложилось, что, ну, это типа такая профессия, блядь, которую, ну, не уважает общество. Блин, ну, слушай, не общество, народ, народ. Давай так, это не то, что это типа... Вот, но это плохо, я понимаю. Ну, давай, это не просто стереотип из воздуха взят. Ведь очень часто, когда тебя останавливают и начинают докапываться, чтобы взятку просто собрать и прочее. Или помнишь, как нас шмонали на наркотики? Мы, бля, просто из подъезда с тобой вышли. Да это 10 раз на районе просто, бля, ну происходило. Это жесть. Просто посреди ночи. Ребята, выворачиваем карманы, типа, тут ориентировочка поступила, что что-то магнитолу спиздили. Типа, да. Магнитола, блядь, в кармане джинс, ага. Ну, короче, пиздец. Сколько раз мы как-то с отцом, короче, когда мне было лет 14 мне было, мы поехали из Москвы до Анапы. В сентябре, типа, вот хотели на море сгонять и прочее. Видят московские номера, сразу останавливают. Вообще на одном посту остановили. Типа, так у вас машина в угоне. Десятки таких историй слышал. А реально. Такой, в каком нахуй угоне? Такие, все, вам нужно ждать экспертизу. И сколько ждать эксперта? Ну, 3-4 дня. А где нам жить? Вот тут и живите. Нас, типа, не ебет. Это ж пиздец. Ну, я тебе про то и говорю. Эти истории не из воздуха берутся. И когда видишь в документалке, как они поступают, полицейские, не в каком-то фильме, когда это актеры наигранно делают, а когда тут он просто перед ним открыл дверь хозяин дома, зашел, и он все равно не заходит, а спрашивает разрешение. Ну, видишь, ты про такой произвол говоришь. Ну, это начало нулевых, наверное, было, да? Вот. Ну, плюс-минус. Но ну, потом не хотя не, бы это... спасибо Димону, он провел реформу, и с полицией, конечно, уже такого нет. Ну, это было... Да, забавно. Ну, не знаю, все равно мне хочется верить, что есть какие-то единичные случаи. Например, глухарь. Слушай, единичный случай. А может, мы на мобилу запишем зашкварный клуб? Ну, реально. Ой, ты знаешь, это, кстати, очень подойдет к формату зашкварного клуба, записанный на мобилу, просто с отвратительным качеством. Да. Мне радует, что у тебя палки. Ну, вы меня постоянно стебете, что я в детстве смотрела. Каком детстве, Адель? Мы с тобой, ну, не женаты уже были, конечно. Уже. Но жили с тобой под одной крышей, и ты втихаря, когда я в комнату заходил, ты телевизор выключал. В глухаря смотрела. В глухаря смотрела. Ну ладно, все, закрыли тебя. В детстве, блядь. Конечно, закрыли. Блин, а вы же слышали историю про кыштымского карлика? Мы эту историю, вообще этот фильм, будем дальше обсуждать или дальше скакать типа по историям маньяка? Ты знаешь, мы пока гуляли, я вспомнил один случай. Гуляли, блядь. Охуенно погуляли, блядь. Просто мокрые практически до нитки. Пиздец, погуляли. Практически поплавали, блядь. Ну, можно романтизировать это. Туда гуляли, обратно уже не очень. Ну да. Что говоришь? Можно романтизировать это как-то. Гуляли с Андрюшкой. Да, заебись. Подождем. Я, короче, вспомнил, как мы однажды начали тему про любовь, мы сидели в компании нашей, и через полчаса обсуждали противотанковые стрелы. Вот у нас вечно есть вот это, мы скачиваем с темы на тему. Я просто, вы
слышали хотя бы о таком случае, чтобы вот такая жестокость по отношению к собственным детям была, как в этой документалке? А к Кыштымскому карлику тоже. Что там с карликом? Блин, ну короче, там... Там жестокость по отношению к карлику была? Не знаю. Ну там, короче, женщина его воспитывала. Бля, дай киткат. У нее шизофрения была. Че? Дай киткат. Бля, я услышал пивка, я думал, охуел за рулем, что ли? Да у тебя же все в карманах, блядь, есть. Подожди. Ты все доел? Нет. Тоже заканчивается прям вовремя. Ага, какой-то закон подлости. А я все думала, что мы у кого-то во сне, кто не пописывал, как в фильме «Начало», и поэтому дождь валит. Валит. Кто не пописал? Колитесь. Кстати, я не пописал. А дождь кончился, все. Теперь и не пописаешь. Теперь ты мокрый просто. Блять. Впереди пробка. Ну, чего там с этим кыштымским карликом? Да, что с карликом? Блин, а помните... Опять они задают вечно свои вопросы. А помните это? Давай про карлика сначала расскажем. А помните, у Дудя был вот этот хрен, который там всякие... На НТВ снимал репортажи там про Россию и все дела. Смотрели? Не помню его фамилию. Ну, какой-то режиссер документалок тоже. Да, да, я поняла. Вот, и он как раз снимал про кыштымского карлика, одним из первых. Ну, там вкратце, короче... типа, бабка была шизофреничка, у нее этот карлик жил, то ли инопланетянин, то ли какой-то там полувыкидыш, хуй его пойми. Че, блядь? Ну они же это еще обсуждали. Ты видел, как он выглядит, его мумия? Нет. Вообще? Нет. Блядь, ну в телефон посмотри. Ладно. Да, за рулем. Ну, расскажи. Короче, он выглядел как гуманоид. И непонятно, ну вот тело там пропало, короче, и все дела. Но его воспитывала, короче, бабка шизофренией. Блядь, третий раз, нахуй, говорю. А вокруг были только алкаши, которые, собственно, не обращали внимания, ну, потому что там в селе сильно все пили. Бля, что-то такое помню. Вот, и единственный, кто как бы адекватно среагировал, это был местный участковый, который охуел от того, что происходит, и вот как бы там вся вот эта тема и завертелась. Но после этого, типа, этот карлик умер, и он, его тело украли японцы. Бля, если бы ты видел свое лицо... Блять, у меня только в голове один вопрос. Как это связано с жестокостью над детьми своими, блять? Ну, все были к нему жестоки, кроме бабки-шизофренички и мента. Вот. А все говорят, что менты плохие, а менты хорошие. Блять, чувак в этой документалке утопил практически своих детей в цистерне с нефтью. А тут японцам позволили украсть его. Да ладно, слушай, ну это кошмар, я знаю. Блять, ощущение, что мы нахуй намертво теперь встали в этой пробке. Ну, я, кстати, тоже была поражена по поводу этой истории с детьми, как он их хладнокровно убил. Он еще, ну, повторял, говорил, что у него там в голове повторяется там фраза детей, ну, одного из ребенка, папочка, не надо. И он все равно это сделал. Я в шоке пребывала. Да я вот от этого больше и в ахуе. Он час ехал до этих цистерн. Он, я просто, когда он сообщил то, что он их туда закинул, типа, он уже изначально говорил, что они уже мертвые были, типа, жена убила. И труп матери еще на заднем сиденье вместе с детьми. Я такой думаю, бля, там же огромная высота, лестница вертикальная. Как он забрался туда с двумя детьми? Я наверное, все думал, по одному. Да, блядь, все равно, но ты понимаешь, что это, ну, тяжело. Ребенок все-таки весит, его нужно как-то все-таки, блядь, нести, когда ты по лестнице забираешься. А потом, когда выяснилось то, что они просто живые туда забирались, такой думаю, ну, это встало на свои места, это, блядь, пиздец чернуха. Ну вот ты же понимаешь то, что это не какое-то состояние аффекта, которое длится там, типа, много часов к ряду. Ну я вот говорю, это ощущение, что есть какой-то синдром, который, ну вот, как состояние аффекта, только длится подольше. Типа помутнение. А кто-то же там исследователи говорил, что убийство выглядит как давно спланированное. Да. То есть он это планировал. Блять, мне кажется, ну... Блин, ну мне кажется, трупы-то там все равно когда-нибудь донашли бы в этих цистернах. Да нет, ну смысл в том, то, что вам не кажется, что если это он планировал, то может он планировал так жену убить, но детей так убить это, ну...
тебя должна кукуха крепко поехать, чтобы ты их не просто подумал, я их, не знаю, как-то придушу во сне или что-то, ну, типа, менее жестокое, чем... Дом сжечь там, ну, я не знаю, как это, когда на ярости это все. Ну да, ну типа, блядь, а планировать то, что ты их утопишь в цистерне, ну просто он ведь их не утопил, он их туда скинул, то есть они там, условно говоря, могли какое-то время еще бултыхаться и потом уже, ну, утонуть и умереть. Ну вот я тоже рассуждала, то есть он был одержим вот этой идеей свободы, чтобы жить с этой девушкой, потому что вариантов развития с детьми, ладно, ты жену убила, с детьми была масса. Я не знаю, умерла жена, и ты говоришь, я не хочу с детьми быть, там, я хочу там быть свободным, отдаешь родителям или еще что-то, да хоть там в приют. А тут ты просто убиваешь их заживо. Ну, это стрёмно. Вот до чего качалка людей доводит. Бля, меня вот как раз, знаете... Ну, смешная же шутка, бля. Безумно. Тема просто такая, что как раз поржать. Я не ханжа. Просто меня, знаете, очень удивляло, как он откровенно всем пиздил, когда это, ну, все понимают, что это лютый пиздеж. Если еще поначалу ты думаешь, ну, типа, окей, наверное, он не знает, где. Ну, то есть, я вполне такое предполагал. Меня удивляло еще, как там в документалке в начале, типа, сосед его такой, блядь, он очень странно себя ведет, он очень, типа, нервный. Я никогда его таким не видел. Такой думаю, ты ебанутый, у него жена, блядь, с детьми пропали, блядь. В смысле он себя ведет нервно? Причем жена беременна. Ладно. Даже коп такой, блядь, ну у него стресс, пиздец. Тут типа полиция к нему домой пришла, жена с детьми пропали. Че удивительно? Он такой, не, это все равно странно. Я думаю, этот момент в документалке оставили чисто, чтобы, не знаю, какой-то намек дать и прочее говно. Но типа, блядь, это абсолютно неадекватная реакция соседа. Почему? Он доебался, что чувак нервный, когда к нему пришли полицейские домой и сообщили то, что его жена и дочки пропали. Блин, ну, по-моему, это не секрет, то, что в первую очередь будут подозревать родных. Понятное дело. Ну или, может быть, слушай, мы же не знаем контекста, может быть, он соседу никогда не нравился. Я тебе всегда говорил то, что, ну, какой-то домашний абьюз, ну, вообще, в принципе, когда там человек убивает там жену, не то, что там детей, но все равно есть какие-то звоночки, то, что, ну, бля, ну, я пиздил, или еще что-то такое делал. Но в том плане, возможно, что сосед видел какое-то его отношение и, возможно, каким-то образом беспокоился за их семью, или ему просто крайне не нравился, с учетом того, что они любят всякие барбекю соседские и прочее. Возможно, он всегда в нем что-то видел такое плохое, ну, может, ну, знаешь, на подкорке такое, что он так сразу отнесся к этому. Бля, я думаю, ну он бы так копу и сказал. Ну просто, знаешь, с той точки зрения... Знаешь, обвинять человека сразу тоже такое себе. Он намекнул, ну и окей. Нет, ну смотри, просто у жены с подругой такие взаимоотношения были. Она постоянно писала, что там они с мужем не трахаются и прочее. Там, блядь, я реветь буду, я там вышла из душа, он понимает, что это значит и прочее говно. Я думаю, если бы он хоть раз ее ударил, она бы подруге как минимум сразу это написала. Ты знаешь... Да и вообще, она так активно ведет соцсети. Вот меня на один момент... Вот как... Не, понимаешь, вести соцсети тоже можно по-разному. Просто она писала столько признаний там в любви мужу и то-то и сё-то. Да ты это знаешь, есть вот... Понимаешь, есть просто показуха, а бывает такая показуха, грубо говоря... Чтоб тебя не въебали? Нет, нет. Искусственное в том плане, что, возможно, она так пыталась это визуализировать, казаться такой, что у нее идеальное отношение. Возможно, тут была такая психологическая подоплека, что она продолжала верить в эти отношения и пыталась их выставить под каким-то вот прям таким правильным углом, чтобы... Ну, знаешь, когда человек сам себе повторяет что-то много... количество раз, он начинает в это верить. Ну, это я да. Думаю, то, что это как раз из этой плоскости. Слушай, но она все равно подруге пожаловалась бы, если бы муж ее хоть раз ударил. Вообще, вполне возможно, что она просто не часто мылась. И это... Господи, какой я плохой человек, я знаю. Но это все-таки странно. Она пишет «помылась», а он знает то, что это значит, что типа мы должны сейчас того...
Это пиздец. Это было как-то очень странно. Ну, прям крайне. Ну, я думаю, у нее тоже в какой-то степени это, не знаю, как-то что-то маниакальное, что ли, было. Вот эта нехватка внимания от своего мужа, она переросла вот во что-то нездоровое. И вот эти все ее фразы, они действительно... Ну, я когда смотрела, я, ну, как бы, я там ставила ее на свое, себя на ее место. И я думаю, ну, это нездорово, типа, знаешь, такие рассуждения и вообще вот эти переписки. Поэтому, наверное, просто она себя довела до этого. Вы знаете, многие ведь... ну, в Фейсбуке это вся ведь открытая информация. Сейчас есть отдельная страница для пожертвований. Вот это, я не помню, как ее, правда, зовут. Ну и, в принципе, люди разделились на два лагеря. То, что это одни такие говорят, ну, естественно, этот чувак просто монстр, блядь, который, ну, ёбнутый явно, который смог пойти на такие жестокие преступления. А другие говорят то, что... Так это она его довела. Вы посмотрите, типа, в соцсетях она все выставляет на показ, блядь. Она все нахуй рассказывает. Личная жизнь для нее перестала быть личной, типа, она его так довела. Ты думаешь, блядь, ну как можно довести до убийства детей таким жестоким образом? Блин, я считаю, что это какое-то очень мрачное проявление виктимблейминга. Ну, в том плане, что... Бля, как я люблю нахуй все эти словечки. Что это, блядь, нахуй значит? Бля, ты же понимаешь in English? You know? Ну, когда... Ну, типа, обвинение жертвы. В смысле обвинение жертвы? Ну, типа, ходила в короткой юбке, тебя, блядь, изнасиловали, вот сама и виновата. Ну, это какой-то, знаешь, какой-то такой, типа, то, что жертва провоцирует. Блять, а обычно... Белого цисгендерного угнетателя. Почему фраза «обвинить жену» или там «жертву» не подойдет? Надо «victim-blaming», блять, нахуй говорить. Потому что я стараюсь быть в тренде. Молодец. Твой ты, тикток, сынок. Знаешь, блять... Лямку закинь, сынок ебаный. Кстати, я недавно читала статью про виды шейминга. Боди-шейминг, you know, Андрей? Их там просто типа, очень много всяких разных, на все можно выбрать свой шейминг. Какой шейминг тебе по вкусу? Ой, блядь. Тут чё, подойдет... как сегодня? Тут подойдет типичный раз... Не, подожди, типичный разговор двух белых мужиков. Блять, вот это значит, выбери, какой шейминг подходит тебе. Вот тут подойдет фраза «в сортах говна не разбираюсь», блять. Ну, можно же это нормально говорить. Я не понимаю, не совсем понимаю слово даже «абьюз». Это угнетение, типа, принижение, что это? Ты белый цисгендерный мужик. Ой, блять. Ты по своей сути и природе угнетатель. Тебе и не нужны эти слова. Мы сами будем тебя судить. Что это? А ты не белый цисгендерный мужчина? Мне даже вот интересно, ты себя как понимаешь? Он стрелочник, блядь. Я толераст. Понятно. Ты педераст, блядь. Короче, что такое абьюз? Объясните мне. А на вопрос отвечает Адель. Эксперт по вопросам шейминга, абьюза. Что такое шейминг? Фемдвижение. Досрочный ответ. Ты с друзьем посовещаться не хочешь? Ну, абьюз — это когда, не знаю, в отношениях, например, один другого, не знаю, критикует, не дает свободно жить, что-то запрещает, там, критикует, ну, или еще, ну, угнетает, да, в целом. Шеймить — это ты, когда, как это по-русски сказать? Ну, когда ты шеймишь, Андрей, как ты... You don't understand, ну, блядь. Высмеиваешь меня за что-то, я не знаю, бодишейминг, за то, как я выгляжу и прочее. Я тебя сейчас буду за музло шеймить. Можешь переключить уже на что-нибудь повеселее? Хорошо. Ну и все такое. А это шейминг и абьюз — это не одно и то же? Нет. В чем разница? Ну, блин, абьюз, он может быть такой, типа, ты сегодня ты никуда не пойдешь, там, я не знаю, ты не должна так одеваться, там, зачем тебе вот такая губная помада, ты выглядишь вот так.
А шейминг, это ты когда говоришь, что-то ты поправилась, такая жирная, давай похудей. Ну вот из этой серии. Что-то ты нарядилась, хуй знает что. Это что, блядь? Блин, я думаю, что... Давай так, получается... Не весь абьюз шейминг, но весь шейминг абьюз. Я думаю, то, что это тождественное понятие. Ну просто. Да, одно из другого вытекает. Ну, то есть, я не знаю, зачем делают вот эти разделения. Ну, так вы их, блядь, применяете. Подождите. В своей речи. Вот я лично как это понимаю? То, что абьюз — это какой-то вид именно насилия. В том плане психологического или физического. Угу. А шейминг, я думаю, что это какое-то больше, наверное, социальное порицание. Наверное, это неприменимо именно вот в личностных. А ну вот да, типа да, там согласна. Вышла, как ее там, которая для Бонда новую песню сейчас поет. А, Билли Айлиш. Да, вот она там вышла не в балахоне ебать, там, или в пончо, как Гомер Симпсон. В балахоне ебать вышла. Да, вышла она в майке, показала все свои прелести, и все шеймят ее за это. Все такие, или вот это сиськи. То есть это не абьюз? Ну типа, а человеку неприятно. Ну, это же абьюз. Ну, нет, я думаю, что это как раз шейминг. Абьюз, я думаю, что это прям насилие. Ну, хуй его знает. Это типа насилие над Билли Айлиш или нет? Ну, моральное. Я не думаю, или что... Или ее сиськи насилие над обществом. Я и пока не разобрался. Пиздец, когда пытаешься усидеть на двух стульях. Давай, Дим. А, да я за любой движ. Я просто, ну, не до конца понимаю. Ну, в общем, неважно, я... Просто почитай что-нибудь, если тебе так интересно. Но я читаю книжку сейчас. Молодец. «Загадка трех тел». Молодец. Какого-то китайского автора. Кстати, охуенный. Ты же не любишь китайцев. И что? Я узнал про китайскую культурную революцию, которая произошла в 66-м году. Я охуел, что там вообще творилось. Типа Смао? Че? Смао? Смао? Смао! Смао! Мао Цзэдун! Нет. Или да, не знаю. Ну, типа, какие годы-то? 1966. А-а-а. Ну да, да, это Смао. Ну вот. Смао. Ну там просто пиздец творился откровенно. Ну, не суть. Я вот просто, когда посмотрел этот фильм, и знаете, ну, когда вот они поженились только, мужик такой толстячок был такой, ну, на вид очень дружелюбный. Вот в этой документалке это уже такой... здоровый, раскачанный бычара, блядь, который я смотрю. Ну реально ведь стрёмно становится, когда, ну, такого разозлишь. Ну... В смысле, когда ты его жена или чё? Да вообще, в принципе, ты видел, это очень здоровый, очень накачанный мужик. То есть качалка до добра не доводит, я же сказал. Какую-то херню обсуждаете. Да в смысле херню? Это важные социальные темы. Ну ладно. Плохая качалка? Да. Плохая качалка. Убиваешь детей просто. Нет, ну я к тому просто... Я вот подумал, как она просто могла себя хоть как-то обезопасить? Если вот не было никаких звоночков в том плане то, что он ее до этого не избивал. Ну, то есть ты сам понимаешь то, что ты в последнюю очередь будешь думать, если до этого случаев домашнего насилия не было, что муж может убить тебя и убить детей. Наверное, подумаешь, что как-то ударит, наверное. Не, слушай, мне кажется, здесь вообще не важно, раскачан или мужик или нет. Тут, ну, вообще первостепенно у мужчины центр тяжести смещен, и он, ну, как бы сильнее физически. Да. Ну, о, нет. О, да. А ебашишь ему. Ну, как бы женщина слабее в этом плане, если она, конечно, там, я не знаю, не ну, вот КМС по боксу. Ну, как себя просто обезопасить? Я вот просто думал, что ей нужно было сделать, чтобы этого не произошло. К чему ты ведешь? Что ей качаться, что ли, надо было? Да нет, ну я вас спрашиваю, как вы думаете, как в этой ситуации она могла себя обезопасить? Слушай, шокер держать всегда под рукой. Смотри, как говорили следователи, скорее всего, она была во сне, и он ее задушил. То есть он, ну, самым таким легким способом это сделал. У нее даже не было сил сопротивляться. Возможно, если была какая-то перепалка, а она там, ну, такая сильная достаточно девушка, она могла ему там, ну, я не знаю, либо кричать, там, ударить его. А тут это произошло, ну, просто в момент. Она спала, и все. Но он ее в крысу задушил, конечно. Слушай, Андрюх, а вот в смысле, я вот не совсем понимаю вопрос, как она должна была себя защищать. Блядь, она с ним должна была расстаться.
Ну, камон. Типа, если ты чувствуешь от такого близкого человека угрозу... Да вот в том-то и дело, это... она же не чувствовала угрозу. Ну, так в этом и основная проблема вообще глобальная домашнего насилия. Мы... Ты не можешь близкого человека вот так идентифицировать. А когда у тебя есть к нему чувство, и даже если он уже проявляет к тебе какое-то насилие, ты все равно будешь искать в нем лучшее. И это, ну, это большая проблема, я не знаю, миллионов женщин. Вы так орете на меня, как будто я, блядь, отрицаю эту нахуй проблему. Я вас спрашиваю, что она могла сделать? А вы такие, блядь, это большая проблема, Андрей. А я, ебать, это не понимаю, что ли? Я вас спрашиваю, как ее можно хоть как-то решить, блядь. Я тебе о чем говорю? Я говорю, что она могла не догадываться. Ну, то есть, у тебя вопрос стоит так, что она могла сделать? Я тоже об этом говорю. Она не догадывается. Вадим просто говорит, что были какие-то звоночки, или он ее пиздил. А если не было звоночков? Бля, ну, братан, да, не было. Не может такого быть, что не было звоночков, а потом он в один прекрасный день, накачавшийся такой, идет, убивает жену ночью во сне, душит ее нахуй. Я тебе говорю. И после детей утопить их в нефти. Ну, не может быть такого, что не было звоночков. Как ты думаешь, мы просто о них не знаем. Если бы он хоть пальцем ее тронул, ты думаешь, она бы подруге своей это не рассказала? Которые обсуждают все вообще. С учетом того, как она тщательно выстраивала свою идеальную жизнь в соцсетях, возможно... В соцсетях, да. Возможно, подруге она рассказывает все. Подруге она там про секс делилась. И она такая, типа, да, пусть тебя там обдерут. Или что там ей подружка пишет. Желаю удачи. Ну, что-то такое там Да она было. И то, что там... Мать оскорбила, типа, его и прочее говно. Она ей все вообще рассказывает. Каждый день она с ним общается больше, чем с ним. Ребята, я вот, ну, я не могу понять, давай, как это возможно. Если нет звоночков. Ну, да никак ты это не поймешь. Но я думаю, что такого просто быть не может. Ну, я тоже считаю, что если были звоночки, она просто их как-то сглаживала и не хотела там верить в это. А если их не было, и так все случилось, и мне кажется, тоже возможный вариант. Но в какой-то момент у него перемкнуло, потому что, ну, по этим видео он такой весь миловидный отец, там, и все дела. И тут у него вроде отец в такую жесть все вылилось. Причем меня очень удивляет это... Ну, конечно, и градация жестокости, но как он пиздел. Даже когда, да, я ее задушил, но она перед этим задушила девочек. А я их решил потом скинуть, блядь, в цистерну с нефтью. Ты слушаешь такую? Ты кому вообще наебать пытаешься? Чувак, это же, ну, бред собачий. К нему же коп подходит. Ну, ты понимаешь, мы не верим в эту версию. Блин, как они слаженно работают. Я знаешь, чего охуевал? Просто... Они, блядь, по плечу его хлопают, да. Когда он признался в убийстве. Я такой, блядь, да его, блядь, если в этом штате есть смертная казнь, она там есть, но решили, блядь, другое наказание, более жестокое, 3 пожизненных ему. Блядь. Это потому, что он шел на встречу следствию. По-моему, это... 3 пожизненных — это хуже наказание, и он его заслужил. Ему заменили смерть на пожизненную. Не знаю, я, сука, думаю, что его надо было убить, конечно. Я вот до сих пор, это, знаешь, ну, наверное, единственный вопрос, который у меня остался, это, блядь, он заслужил смерть, но это он бы быстро отмучился. Ну вот по поводу смертной казни у меня всегда такое, что ну это просто тебя убили и все. А тут 3 пожизненных, ну сколько он проживет, неизвестно, и пусть каждый день это его долбит, съедает изнутри, пусть он меняется. Ну то есть я против смертной казни в этом плане. А я вот как раз за смертную казнь и объясню почему. Ты вот за смертную казнь в России? Да, обязательно. В России? Естественно. В России, подожди-ка, ну ты меня неплохо подловил. Вообще, при нормальной системе судебного делопроизводства... В России. От этого вопроса. И говорю, что при нормальной системе... То есть в России нет? В России нет. Ну вот и я тоже. Я за смертную казнь. Вот просто представьте себя, допустим, на месте бабушки или дедушки. То, что... Заканчивается судебный процесс, он уезжает навсегда в тюрячку, и ты просто до конца своих дней, а они гораздо старше него, они живут с той мыслью, то что это падаль, которая убила их дочь и внуков, что эта падаль до сих пор дышит.
Вот просто я лично не смог бы, блядь, с этим жить, наверное. Я просто считаю то, что это более жестокий вариант отправить его в тюрьму. А с ним там ничего хорошего не будет. Да он будет в одиночке, скорее всего, сидеть. Но это особо опасный преступник. Я думаю, во-первых, ну, все равно там есть прогулки и прочее говно. Он не просто целыми днями сидит в камере. Да и то, для него это тоже, блядь, наказание то еще. Ну, типа, ты представь, ты сидишь и тебе нехуй делать. У тебя нет, блядь, мобильного телефона. Так-то у них там сейчас есть и интернет, и прочее говно, и прогулки, и библиотека, и пятое, и десятое. Но гораздо более жестокий вариант в данном случае, чтобы он, во-первых, и жил с этим, и чтобы чуваки в тюрьме, так сказать, показали ему, что он был неправ. Слушай, ну а как же базовый биологический страх, ну, самосохранения? Вот представь, ему объявляют, тебя казнят через 2 недели. Как бы ты не хотел умереть, это будет страшное мучение вот, для психики, просто знать то, что вот у тебя осталось там на 1 секунду меньше. Просто жить с этим ощущением, ну, казнь это, в принципе, тоже это страшная мера наказания. Думаю, с учетом этой пробки, блядь, пешком не самая плохая идея была-то идти. Слушай, притормози, я в туалет хочу. Ты, блядь, серьезно? Бля, вот ты до меня доебываешься, то, что я там на прошлой заправке, блядь, не заправился. Мы до этой заправки только что, блядь, сука, пешком ходили, и ты поссать не мог? Давай меньше текста. Окей. Вот Вадим ублюдок, да? Согласен. Постоянно орёт, белый, цисгендерный, блядь, вот это все, сука, заебал уже. Чё, как там сериал этот, кстати? Ну, в целом, неплохо. Я просто, ну, в последнее время хочу дать надежду российскому кинематографу. И, ну, вот я посмотрела сериал «Чики». Ой, блин, вот «Чик», я думаю, надо посмотреть. И, ну, я не скажу, что я в восторге, но вот конкретно, не знаю, в отрезке российского кинематографа современного это прикольный, ну, прикольный сериал. И этот вот «Хороший человек», который я посмотрела, в целом интересно. Ну, и вот это отражение российской действительности там в каких-то пердях, знаешь, как люди живут, как отголоски 90-х на город влияют, и как работает ментура, полицейские. Чем-то «Левиафан» напоминает по описанию. Ну да. И, ну, и сама вот мотивация этого маньяка, она тоже, ну, интересно. Как ты решилась смотреть сериал с маньяком? Ты Декстера все отказываешься. Я тебе так скажу. Я просто там снимается кто-то. Кто-то? Короче, там в эпизодической роли играет Собчак. Ну, как бы у Богомолова. И я подумала, ну, ой, посмотрю, бля, на ее актерские способности. Как бы, ну, в целом получилось. Не, я посмотрела трейлер. Ты не трейлер. Насмотрелась на ее актерские способности, когда она такая, избиралась? Голосуйте! За меня. Я против всех. Нет, на самом деле я... Алексей Навальный, давай, поддержи меня, Лёш. А когда Собчак выложила трейлер, это был, ну, вот сейчас, то есть на той неделе вышла последняя серия, поэтому я, ну, сразу посмотрела все серии. А ты весь сериал уже посмотрела? Ну, я сейчас там вот последнюю серию досматривала, и вы подошли. Mm-hmm. Ну, в принципе, наверное, я понимаю, чем закончится, хотя, может быть, что-то другое. Вот, и я посмотрела трейлер, и, ну, мне понравился там цветофильтр вот этот вот синий, холодный, там какой-то некрасивый такой российский город, и вот эти, ну, вот это как всегда, короче, левиафанщина, так скажем. Угу. Никита Ефремов, классный актер, вот он играет. Сын Ефремова? Сын Ефремова, да. Он играет в главной роли, и Юлия Снегирь тоже очень классная. Не знаю, я почитала рецензии, и все как-то ее хейтят за то, что у нее там каменное лицо. Ну, у нее такой персонаж. Мне кажется, она очень классно справилась с этим. Блин, ты знаешь, я, кстати, заметил то, что многие почему-то не отделяют персонажа и актера в плане актерской игры. Такие, он там, блядь, играл никак. И вообще отрицают то, что, блядь, персонаж так прописан. Безэмоционально, к примеру. Да-да-да, я тоже этого не понимаю. И, ну, то есть у нее есть драма своя там со своим отцом. У ее персонажа очень глубокая рана, которая, ну, продолжается с детства. У нее там отец, который
грубо говоря, на ее глазах избивает мать. И она, как полицейский, сфабриковала дело и посадила отца. Его выпустили по УДО. И с этого сериала начинается, что она ему говорит: уезжай в свой родной город, оставь мать в покое. А отец, ну просто... И актер так классно подобран, просто мерзкий. И он возвращается к матери, и мать его уже защищает. Знаешь, он ее опять избивает. Эта героиня пытается влезть в это дело. Она говорит: не лезь, я его люблю. Вообще там, типа, не звони нам. Ну, да вот я люблю синдром... тебя! Вот этот синдром жертвы очень классно показан. Он так во многих семьях. Ну, и я к тому, что почему персонаж там с каменным лицом постоянно, ее совершенно ничего не радует. Она не может раскрыть дело, и у нее еще, ну, такая вот связь. Опачки! А я смотрю, мотор можно было не глушить. Вы вообще бы не продвинулись. Это да. Слушай, а ты вот этот сериал еще Чики смотрел, а там какой-нибудь абьюз был про бабжу? Ну, там тоже классно показано отражение там российской действительности. И, естественно, я вот говорю, что в этом контексте всегда присутствует семейное насилие, абьюз. То есть там есть персонаж, чувак, который... Этот... СММщик Кинопоиска. Да нет, блядь. Джефф Бриджес, чувак. Ну, Лебовский, вы чего? А-а-а. Ну, чувак же его звали. Ой, блядь, пиздец. Вы вот фанаты российского кино забыли классику, блядь. Знаешь, шуточки у тебя. Забавно. Ой, блядь, пиздец. Вы можете, кстати, немножко на заправке посидеть и один сгонять. А куда? Под Муда. Отпускаю тебя. Ну и, короче, там эта тема тоже затрагивается. Как этот чувак, блядь, вот, ну как можно до этого вообще дойти? Блин, ну вообще, кстати, у меня Женька увлекается всей этой хренотой по поводу убийств, там всяких мистических преступлений и все дела. У нее там что-то 12 каналов на Ютубе англоязычных есть. Ну я думал, ее. Да, ее. Она мультимиллионер. Это не тот звоночек, который бывает, типа... Ну, я сейчас просто подумал, если бы у него там по 5 подписчиков было, ну, типа, это не факт. Ну, что? Ну, это не точно. Заведу себе 12 каналов на Ютубе. Ну, так что там? Ну, и, в общем, там много историй мистических, там, всяких расследований, ну, много подкастов. Наши она не слушает, но чужие вполне себе. Эх. И, в общем... Почему? Она рассказывала, она про эту историю. Во-первых, мы сели смотреть. Она такая: где он работает? На нефтяной там вышке? О, я это, типа, знаю всю эту историю, как бы. И я такой уже думаю: понятно. Теперь, как убийца Дворецкий, это муж убийцы. Я не знаю, она просто в такой момент это сказала, что я сразу понял, что... Ну, блядь, типа... если она спрашивает, где он работает, то это не, ну, очевидно. Как бы, когда там идет именно разговор, она такая: ага, я смотрел. Я такой: блядь, ну, я смотрел, ок. Ну, в смысле, знает просто, ну, эту, ну, историю. Да, да, знает эту историю. И она говорила, что почему-то этого не было в документалке, но вот эта тёлка, с которой он спал, ну, любовница, mm-hmm. что она, скорее всего, тоже принимала участие в этом преступлении. Ну, помните, там бабка, которая по соседству живет, она говорит, что я видела там автомобиль. Это, в общем, его да. было легко идентифицировать с машиной вот этой любовницы. Угу. И то, что когда она говорила полиции, что типа она там думала то, что он разводится с женой и все дела... А когда это все произошло, она удалила с ним все переписки в социальных сетях и удалила всю информацию и попросила удалить свою подругу, с которой она переписывалась по поводу ее отношений с убийцей, вот, удалить вообще, короче, всю информацию, которую она только могла, она это сделала. И полиция во многом считала то, что либо она участвовала прямо в этом преступлении, либо она подбивала его психологически, чтобы, ну, совершить это. Но здесь же показывается именно расследование, и в рамках этого расследования в конце ведь сказали, что он всю вину взял на себя, и он сказал, что вот эта девушка, с которой он встречался, вообще никак не влияла на него
ну, в этом решении. Поэтому, наверное, эту арку ну, не стали как-то развивать. Просто, ну, но я тоже в голове подумала. Подумала в голове, что, возможно, да, она какая-то ёбнутая. Я думаю, что он как раз из тех людей, который сдал бы ее без единого пидор-звука. Бля, вот хуй знает, он такой пиздобол лютый. А смысл ему выгораживать ее? Мне кажется, он был он ей одержим в каком-то плане. В показаниях так путался, он как будто даже не столько старался защититься, сколько просто, знаешь, привычка пиздить у него есть. Когда вот он такой, согласен на полиграф? Да, конечно, я думаю. Ну, это не обязательная процедура, ты можешь отказаться. Возвращаясь к работе полицейских. Нет, ну просто, вы понимаете, он мог отказаться, и тогда бы преступление, условно говоря, так бы просто не раскрыли. Блин, ну чувак, там, да, то, что он изменяет, вскрылось бы. Он ведь сам признался только по одной простой причине, потому что, ну, ладно, потом, типа, звонок риэлтору, звонок в школу, то, что дети не придут. Это, конечно, палевно, но это все равно можно как-то отмазаться. От полиграфа он отказался, а улик-то у них нет. Блин, вот с одной стороны, мне очень понравилась работа полицейских, да, когда они его прям кололи, сидели. Угу. И с другой стороны, мне не очень понравилась работа вот этой женщины, по-моему, на полиграфе была. Да. Потому что я считаю, что вот ну, давайте гипотетическая ситуация, он не имеет отношения к этому преступлению. Угу. Вот представьте то, что она его начинает допрашивать. Ну, человек просто, в принципе, нервничает. Это дискомфортная ситуация, в которой любой, абсолютно любой, ну, на таком стрессе будет чувствовать себя херово. Слушай, смотри, как я понимаю, как работает полиграф. Тебе сначала задают общий вопрос. Тебя зовут Вадим, ты говоришь, да. Неважно, нервничаешь ты, не нервничаешь, у тебя показатели уже уровень другие. Средний, да, потому что ты говоришь правду. И на основе этих показателей они уже потом... смотрят и сравнивают с основными ключевыми вопросами по делу. При условии, когда еще повторно прогоняют это, и на одних и тех же вопросах показатели скачут. Понимаешь, каждый на полиграфе будет нервничать. Это вполне логично, потому что это, ну, ни для кого не является обыденностью. Мне просто показалось на один момент, что они его... Ну, я думаю, что там были заготовленные вопросы уже заранее. Я думал, она не импровизировала. Она... лупила его прям настолько точечно, что, честно, у меня вот на один момент прокралось такое осознание, что, блин, вот если бы я не был виновен, меня бы, наверное, вообще расколотило бы просто по полной программе, когда бы меня это спрашивали, потому что я был бы просто в ужасе от того, что на меня могут подумать, хотя я этого не совершал. И давай именно так. Поэтому полиграф — это в суде может быть не уликой, а как приложением. Судья будет это принимать как улику или нет? То есть там типа вот присяжные сидят, и он говорит, так, это вы не воспринимаете как улику, это там типа, косвенное, там типа не заблуждение, а типа довод. Ну, косвенная там. Улика, ну, да. Да. Вот. Ну просто смотри, опять же, ты в ужасе будешь, когда тебе будут задавать такие вопросы на полиграфе. Ты в ужасе будешь, когда тебе скажут, а вы готовы пройти полиграф и подтвердить свои слова? Это нет, уже является показателем того, что тебя подозревают. Всех подряд на полиграфе не прогоняют. Да, зачастую прогоняют. Нет. Я, знаешь, такой... Андрюх... Ну, мне кажется, что ну, во всех делах в первую очередь подозревают членов семьи. Да, и мне кажется, все. Надо быть готовым к тому, что тебя проведут. Я вот просто изначально я не знал то, что он... Ну, на самом деле, блядь, чудовище просто последнее. Я такой, знаешь, смотрел и думаю, блядь, это уже там второй или третий день после их пропажи. А они такие, вы согласны на полиграф? Я такой думаю, они, блядь, не пытаются найти убийцу, они пытаются ему это дело пришить. Ну, это вполне логично. Блядь, а если нет? Ты просто пойми то, что первые часы, вот первый самое день-два, важное. Да, в том-то и дело, и они их тратят на то, чтобы его расколоть. А если он действительно невиновен, они такие, ну, бля, если честно, прошло уже больше 3 суток, и шанс найти твою жену и детей практически никакой, блядь. Слушай, проще в лотерею выиграть. А есть же вот это правило, что на 3-е сутки только начинают дело, если кто-то пропал. Может быть, с этим как-то связано? А с детьми нет. С детьми там в течение 24 часов, по-моему. Угу. Я знаю законы США лучше, чем Россия. Ну, окей. Они просто у нас часто переписываются.
Так я о том, то, что, ну вот если гипотетически представить, ну если если он не виновен, ну вот представь, Вадим, ты как-то пришел домой, у вас там, не знаю, вы же не поженились, у вас там дети есть, ты пришел, их нет. И вызвали уже, знаешь, менты такие, типа, бля, открой дверь, что-то там, ни звуков, нихуя, на звонки не отвечают, такой, блядь, пропали. И на второй там день тебе говорят, ты согласен на полиграф? Или на третий там, или на второй, не помню уже на какой. Ты такой, ну окей, ну типа, блядь, первый вопрос, вы вообще искать-то нахуй собираетесь? То есть меня единственное, что смущало, то что он как будто ничего не делал для того, чтобы они нашлись, типа, ну я вот... Блять, в репортаже для новостей, блять, поучаствую. Скажу, вернитесь домой, все будет хорошо. Как будто они, блять, сбежали. Слушай, ну, ты же смотрел... Адель, ты точно смотрел, не «Любовь». Конечно, смотрел. Ну, там, вот, знаешь, это конечно, все из смотрел. Этой меня серии. Конечно, смотрел, меня Адель заставил. А что... Шикарный фильм. Фильм, правда, шикарный. Он реабилитировался после «Левиафана». Звягинцев молодец. А ты нет. Ну, не понравился мне «Левиафан». Ну, субъективно. Нам он заебись зашел. Короче, ну ты помнишь, как это все происходит? Два унылых следака такие, ох, а что будем делать? Ну, давайте звонить там Лиза Алерт или как это. Ну, типа... Блять, ну ты опять российскую действительность берешь. Я тебе говорю именно вот, ну... Ну, там ФБР уже подключилось. Чё ты хочешь-то? Ну, подключились, что они делали? Листовки на районе раздавали, блядь. Ну, это же самая посредственная хуйня. А что конкретно надо делать? Да ну, я ебу, я не полицейский. Блин, они там, я думаю, что дело продвигалось прям стремительно. Ну, там стремительно, просто... потому что, блядь, муж оказался. Блин, с учетом того, то, что там огромная огласка была по телевидению и то и все. Я думаю, что там работало там не два сотрудника, которые кололи его там в допросный. Я думаю, что остальные занимались совершенно другими делами. Ну, может, это в документалке не еще понимаю, как да. Мне показалось. А что мне показалось? А, смотрите, они... Что-то показалось. Полицейские... Мне вот показалось, что мы хоть дальше можем немножко проехать, а мы, блядь, недалеко от заправки. Показалось. Полицейские набрали информацию, то есть они уже изначально знали, что у него была любовница, и они его спросили, ну вот вы там в форме, все дела до этого, до полиграфа. Может быть, вас кто-то стимулирует к этому? Может, у вас есть другая? Он говорит, нет, вы что, там у меня нет другой. То есть они собирали вот эту информацию, у них уже был какой-то противовес. И потом они устраивают вопросы на полиграфе. И тогда он уже колется. Просто, ну, откровенно говоря, вот выяснить то, что у него кто-то был, это очень просто, блядь. Ну, соцсети, опять же. Они же там нашли фотки и прочую хуйню. Ну, типа, откровенно, это идиотизм был что-то отрицать. Но я вам говорю, представить гипотетическую ситуацию, что он ничего не совершал. Вот как в начале фильма ты думаешь, что блядь, ну не нормальный, блядь, мужик, ну пропала жена с детьми, типа, что-то происходит, а что? И я просто смотрю, в основном работают над тем, чтобы, типа, его расколоть. А если он не виновен? Ну, это нормальная практика, Андрюх. Я думаю, что там было разделение... Просто... Ну, не показали, что еще делали. Мне вот это интересно. Что, как они еще, ну, какими методами пытались найти? Я думаю, что это... Типа система распознавания лиц в камерах на улице, там вот это все. Больше хай-тека. Ну, типа, ну а как еще искать? Блин, ну, не знаю. Я думаю, что это бы плохо сказалось на динамике самой картины. Ну и на вообще основной мысли, то, что... Да. И... Ну, не знаю. По мне так она очень бодро смотрится для документалки. Надо же понимать то, что снять ее так, ну, нужно иметь определенный талант. И я думаю, там же, по-моему, режиссерка. Угу. И я думаю, она справилась с этим на все 100. Но! Вот мы с тобой, кстати, срались в Телеграме по этому поводу. Вот в конце, типа, там, каждый день там убивают там что-то 4 женщин, да. Там в результате домашнего насилия, там, абьюз там типа. Угу. Абьюз совершают в основном мужчины среднего возраста. Ну да, там что-то в 6 из 10 случаев или что-то типа того. Но честно, для Netflix, который позиционирует себя как супер толерантную корпорацию, я считаю, что это некорректное высказывание. Бля, по-моему, более чем. Это же, ну смотри, они же как раз, ты сам согласился, то, что повестка бы фильма, сама его основная мысль и идея пропала бы, а тут привлечь внимание к этой проблеме.
Чувак, я сегодня в новостях читал то, что женщина выкинула из окна 8-летнюю дочку и что-то 4-летнего сына или что-то такое. Ну вот как бы... Ну, в том плане, я считаю, что... Что, по статистике... Преступность не имеет ни национальности, ни пола. Я просто к тому, то, что, ну, есть ведь такая проблема, то, что домашнее насилие происходит достаточно часто. От этого многие страдают. И не то, что страдают, многих и убивают. Типа, присмотритесь, вот условно говоря, тут ведь показали, что никаких звоночков не было, а внезапно это произошло. Но если вы видите какие-то изменения, ну, типа, ну, нужно что-то делать. Ты же понимаешь, что тут есть негативный оттенок, что присмотритесь к своему мужчине. То, что женщина видит там мужика или детей, такое же тоже случается. Ну, типа... это никто не отрицает. Просто здесь подняли одну из проблем. Да. И я не вижу в этом ничего плохого. Если бы это был, не знаю, документалка о том, как женщина, не знаю, с пострадовой депрессией убила своего ребенка и мужа, то они бы подняли совершенно другую проблему. Ну, да. И высказали то, вот тот факт, что там, не знаю, вот столько-то случаев по статистике происходит. Здесь проблема, она, наверное, самая, ну, громкая из всех, которая может быть. И, ну, почему бы нет? Я не вижу в этом ничего плохого. Даже нет. Когда ты смотришь, там, ну, не знаю, National Geographic, ты, тебе там скажут, вот, там, такие-то тигры, их осталось 33. Вот они поднимают. Блять, про павлинов нихуя не сказали. Ну, это странно. Смотрите, это, в принципе, история о домашнем насилии. Так. Ну, хорошо, там злодей — это мужик. Ну. Но все равно, тут как бы в титрах позыв такой. Присмотритесь к своему мужику средних лет. Я мужик средних лет. А это что, плохой позыв? А какого хуя ко мне кто-то должен присматриваться, если я ничего такого не делаю? Чувак, присматриваться со стороны... Любой вообще, ну или ты там к своей половинке присматриваешься в этом плане, или она к тебе, это абсолютно нормально, это значит быть начеку, быть предостереженным. Я же как раз и поднимал вопрос, а что она могла сделать? Вы такие, блядь, проблема есть, а что она могла сделать? И вы мне не ответили. Вот, она говорят, могла хотя от него бы... уйти, потому что я считаю, что были звоночки. И вот они и говорят, присмотрись. Ты звоночков Надо можешь не замечать. К своим близким, они могут быть скрытыми убийцами. Да, в этом и есть. По статистике, вот она сейчас такая. Тебе не будут говорить, а кстати, еще один случай из 100, когда женщину убивают. Ты такой, заебись. Я не думаю, что один случай из 100. Ну, как примерно тебе привозят. Я? Они поднимают вопрос важный. Ты его отвергаешь, я не понимаю, почему. Да почему отвергают? Что плохого, что женщина будет присматриваться к психологическому состоянию своего мужа? Ты такой, тогда... блядь, это плохо, я не хочу, чтобы считаю, ко мне присматривались. Что, что в этом просто, плохого? Типа, если вы чувствуете... Я думаю, что надо в смысле, было если бы вы гораздо корректнее... В любом случае присмотритесь. Было бы гораздо корректнее написать то, что если вы испытываете в своих отношениях какое-то давление... Присмотритесь она не к своему давление. Партнеру, а не писать. Это мужики средних лет во всем виноваты. Они так и не написали. В большей части случаев. Это ты так воспринял, ну, и все. Блять, ну это же так. Ну почему нельзя просто было это написать так. Это обезличенно? Ну не обезличенно, а не фокусируя внимание на какой-то определенной группе. Потому что это самая распространенная группа. Это самый распространенный случай. Хорошо. 50% преступлений в США совершаются чернокожими. Почему? На этом нельзя фокусироваться. На Netflix такого никакой документалки этого не напишут. Можно это правда вопрос? Жизни. А если снимут, ты такой, блять, а че они не сказали, блять, про других, а только про чернокожих? У тебя такое нет, будет ну или они нет? Же будут, допустим, почему? Обсуждать там тему чему чернокожего. Чему ты тут возмущаешься? Там, я не понимаю. Чернокожего преступности. Ну, почему ты тут возмущаешься? Что тебя именно возмущает? Ну, потому что, блядь, там про мужчин средних лет это можно писать, а, допустим, про черных этого нельзя писать. Или то, что там... Ну, не знаю. Если вы в этом ничего не видите такого, то окей. Опять же. Я же, блядь, вас не заставляю считать точно так же, как я. Я просто высказываюсь. Ты представляешь то, что если бы Netflix так снял про чернокожих, их бы, во-первых, хуям сейчас говном закидали, и у них бы пиздец какая отписка была, и бизнесу, скорее всего, пиздец. А почему? Потому что, к примеру, опять же, статистика в Америке, то, что чаще всего преступников находят именно чернокожих людей, многих, блядь, причем оправдывают, потому что они на самом деле не совершали, потому что есть стереотипное мышление. Главное бороться против стереотипов. Так ведь? Но это же стереотип тогда будет. Бороться против стереотипов это будет стереотип? Да.
Нужно не быть в мейнстриме, Андрей. Да, это Netflix. Нужно не быть в мейнстриме и компании пиздец. Не, ну я вот повторюсь, тут просто поднята одна из тем. И она такая, тем более, что здесь режиссер женщина, и возможно, эта история как-то в ней откликнулась, может быть, она с чем-то сталкивалась, и я думаю, что каждая женщина, ну, как-то задумается и начнет анализировать. Например, даже если нет там физического насилия какого-то, например, предмет того, что твой партнер постоянно тебе врет, и ты об этом понимаешь, ну, и ты знаешь об этом, и ты не должна закрывать на это глаза. Вот в том-то и дело. Ты говоришь сейчас про женщину, которая не должна закрывать глаза. Ну, типа, блин, ну, мужчина тогда, по идее, тоже не должен этого делать. Я считаю, что тут просто чудовищное преступление. Здесь не важен пол. Бля, знаешь, тебе понравится новый SNL. Там пришел Билл Бёрр как раз, про которого я тебе уже рассказывал. И он, ну, как ты понял, уже чувак, который так делает постоянно. Ну, не то, что какие-то громкие заявления, но он часто шутит на острые темы, так сказать. Как Гудков? Да, блядь, как Гудков и Собчак. Ну и вот. И Билл Бёрр на SNL, там же всегда дается монолог в начале, там, 10-15 минут, и он такой, знаете, что я не понял? Ну, типа, он там начинает рассказывать про то, что в Нью-Йорке сейчас проходит месяц Прайда, как это называется? Да, Прайда. Ну и вот. Ну, он такой, типа, о, да, везде радуги и прочее там. И знаете, там очень много сейчас толерантных повесток, вот это все. И я единственное не понял, как белые женщины, блядь, оказались на этой передовой? Там чернокожие такие, нас угнетают. И белая женщина, блядь, со своими туфлями из Гуччи, нахуй, переходит через этот забор, встает перед ними, такая, да, нас угнетают. Такой, давай так, 10 лет назад ты сидела, попивала чаек там. Люди в рабстве были. Ты вот рядом с белым мужчиной была, и все, блядь, было нормально. А ты сейчас нахуй вот к ним быстренько пристроилась, чтобы тоже быть обиженной. Типа, нихуя, сиди рядом со мной и слушай это говно. Блядь, Биллу Бёрру хватает на это яиц. И это показывают по СНЛ. Поэтому, я думаю, тебе это зайдет. Я думаю, что да. Просто, я считаю, есть важная проблема, нужно о ней поговорить. Netflix редко говорит именно про такую повестку, условно говоря. Они же в основном поднимают совершенно другие темы. Почему? Про абьюз у них ничего нету? Про домашнее насилие в таком формате у них гораздо меньше, чем там, к примеру, проблемы чернокожих, феминизм и прочее. Ну и вообще, да, и геев, кстати. Да. Ну вот, кстати, Вадим, смотри, ты не смотрел документалку, но у меня к тебе вопрос. Мы смотрели документалку «Тайгер Кинг» про чувака, который держит свой зоопарк. Да. И в конце статистику приводят, что, ну, большая часть тигров содержится у американцев либо все, ну, там, в домах и все такое, чем в неволе. Ну, и это тоже, ну, подняли важную тему. И не сказали про жирафов, я не знаю, ну, вот в этом контексте. У тебя есть претензия к этому? Нет, у него есть претензия только насчет белых мужчин. Но, кстати, посмотри эту документалку. Во-первых, ты охуеешь от твистов. Я вот, честно сказать, я просто... Эта документалка разбита на 8 серий. И там про, опять же, реальные истории в Америке. Там очень много кадров, потому что чувак все выкладывал в интернет. Там дохуя съемки у него и прочее говно. Он разводил тигров. У него свой зоопарк был. И там типа 3, там что-то таких крупных владельца тигров есть. И как он там? Ну, я тебе не буду спойлерить, но там, знаешь, ты смотришь, как кино, блядь. Ну, там чувак вообще охеренный. Он, ну, причем, он там и отбитый. Гей, он деревенщина отбитый. Наслышан. Да, это очень громкая было, была документалка, они многие говорили, но, знаешь, она меня особо не удивила, потому что, ну, главный герой там, ну, как бы, он долбоеб. И знаешь, когда, ну, он долбоеб, ты, ну, как бы, все можешь объяснить. Какой бы пиздец ни произошел, ты такой, ну он же долбоеб, и типа, ну это понятно, ну, типа, знаешь, от долбоеба можно этого ожидать. А тут я искренне охуел, потому что, ну, по всем внешним признакам, вроде чувак очень хороший отец. Я, правда, смотрел, как он там с детьми играет там и прочее, я думал, блядь, откуда вот такое желание, любовь играть с детьми, мне это непонятно, он прям отличный отец. И как он жестоко их убил, я с этого в ахуе был. Вообще не в тему, но... Я гей. Вообще не в тему, но я гей.
Пара-пара-пам. Поэтому Тайгер Кинга посмотри. Да, обязательно. Мы с Женькой смотрели офигенский фильм. Ну, кстати, по поводу солидарности и то, что белые женщины там приходят там и типа выступают, да, вы меня угнетаете. Есть английский фильм, называется Pride. Там еще этот Мориарти играет. Британский этот актер, ну, который из сериала Шерлок. Да. Вот. Ну, такая у него там не супер важная роль, но просто он там присутствует. Что неплохо. Актер-то он классный. Да. Вот, и там рассказывается история первых гей-парадов, про то, что, ну, типа, геев угнетали, они боролись за свои права, и они такие смотрят, угнетают, короче, бедных шахтеров, которым там что-то Тэтчер урезала, блядь, там то ли дотации, то ли еще какую-то херню, ну, там, короче, какая-то была сложность, то, что шахтеры начали бастовать. И педики такие, мы поддержим шахтеров, потому что мы за солидарность. Если мы не будем поддерживать другие угнетенные группы, то и нас никогда, блядь, не будут воспринимать всерьез. И они едут там в какие-то пердя. А, слушай, я слышал. И начинают просто такие, типа, здорово, шахтеры, мы будем бастовать вместе с вами. И типа, блядь, они выходили с ними типа на парады и все дела. И когда, короче, геи в итоге... ну, это исторический факт, когда геи, короче, устраивали свой... парад, прайд, угу. К ним приехали эти шахтеры и поддержали их. Потому что вот фильм бомба, бля, очень прикольный. Спасибо карантину. Никогда бы его не посмотрел. Ну, знаете, смотришь какой-то там, вот просто представьте вот это описание там сухое на Кинопоиске. И такое, что-то не очень-то охота это смотреть. Но когда времени много, внезапно натыкаешься на очень классные фильмы. Блин, короче, посмотрите. Я опять вернусь к теме домашнего насилия. Я просто, знаете, о чем думаю? То, что в России ведь немного другая проблема популярна. Ну, другая разновидность этой проблемы. Условно говоря, у нас же есть даже поговорка «бьет, блядь, значит, любит». И о, вот жесть. У нас ведь в основном это происходит так, то, что женщину... бьют дома, но она может защищать его перед обществом этого человека. А я этого вообще не понимаю. Если что, подмигни. Ну. А знаете, есть международный, я не знаю, знак. Женщина, жест, да. Когда женщина может показать... что, ну, как бы она не может об этом громко сказать, но она должна подать сигнал, что вот там ее избивают, грубо говоря. Угу. Он выглядит так. Ты сжимаешь кулак и внешней стороной показываешь его. Ну, большой палец у тебя, ну, вот так, вы же зажат видите? Да, четырьмя да. другими. Да вот. Просто подмигни. Я уже понял, все плохо. Адель, скажи что-нибудь сейчас, бога ради, блядь. Я начинаю смотреть на тебя по-другому. Нет, кстати, я вот рассуждала, что, ну, слава богу, и, ну, я не сталкивалась с абьюзом. Фух, выдохнул. Ну, у меня есть, ну, истории с детства с мамой связанные, а вот я сама нет. И вот я когда посмотрела этот фильм, я начала, ну, не свои отношения анализировать, а там отношения друзей, там, подруг и все такое. Да, есть. Да, и вот есть там парочку там ребят, которые, ну, заврались очень жестко. И ты уже начинаешь думать, ну, в эту степь. Я и знаю. Да, это ты. Ну вот, то есть, мне кажется, что посыл хороший все равно. Да и вот, ну, а вы представляете какую-то такую документалку, но только в России, типа? Она же будет иметь немного другой характер. Имеется в виду, ну, другая история. У нас там не просто внезапно чувак съехал с катушек и убил свою жену там и детей. Слушай, Адель, извини, но вот ты сейчас сказала то, что ты не испытывала абьюза, а ты в это понятие вкладывала психологический абьюз. Например, когда Андрей спорит с тобой до такой степени, что он просто начинает тебя угнетать, чтобы ты приняла его сторону, его точку зрения. Я знал, что ты подмигнешь. Я обожаю шеймить Андрея. Как ты сзади-то, блядь, увидел, что Адель подмигивает, ага? Я ему смайлик прислала, подмигивающий просто. Так как вы представляете такую же документалку, только в России?
Вам не кажется, ну, условно говоря, на российское общество вот именно эта документалка не особо рассчитана? С учетом того, то, что у нас декриминализовано домашнее насилие. Декриминализировано. В пизду иди. То думаю, что, наверное, нет. Ну, я не знаю, меня всегда трогают эти истории, то есть, ну, вот я там смотрела, например, у Шихман был выпуск, посвященный домашнему насилию, там, в двух частях. Некоторые истории, когда там девушка, ну, просто без руки она живет, вот, и... Тодоренко там ведь, да, вот эта тема всплыла. Ну, с Тодоренко это уже... О, господи, вот эта девушка без руки, это пиздец. Ну да, и насколько... Которые она... руки отрубили. Да-да-да. Чё? Мужик ей руки отрубил. А модель расскажешь? Я просто заебало ему вот эти очевидные вещи. Я плохо помню, очевидные вещи, но... это истории, да, очевидные истории, ну, типа, громкие очевидные истории. Он как будто в вакууме, истории. Блядь, каком-то живет. Я просто Шихман не смотрю. Ну, девушка, ей муж, у них был маленький ребенок, да, Вадим? Ну, маленький да. ребенок, и, ну, я не знаю, пил, или не пил. Или даже двое. Он постоянно ее избивал, и в какой-то момент он ей отрубил одну кисть, по-моему. Она Нет, с... он ей отрубил, он, короче, вывез ее куда-то в лес. Ну, во-первых, это было даже не то чтобы у Шихман, это была, в принципе, очень громкая история. Это, я да, не знаю, как ее вообще знают, мог пропустить. Да. И, короче, он отвез ее, по-моему, в лес, отрубил ей обе руки, после чего, я так и не понял, то ли он понял, что он наделал, то ли еще что-то, то ли он ее там, бля, бросил умирать, точно не помню. Но, короче, ее начали спасать. Ей, по-моему, пришили одну руку, а вторую не смогли спасти. И это один из вот таких самых, наверное, ужасных, блядь, случаев вообще, что я когда-либо слышал. Просто и это какой-то пиздец. И я сразу скажу, спустя несколько лет, по-моему, она снялась в фотосессии, у нее там, ну, типа, она... ну, даже я бы не сказал откровенной фотосессии, она там стоит, ну, типа... в белой рубашке, там, ну, типа мужской, наверное. Угу. И она там на стуле. Ну, блин, ну, обычный, короче, обычный фотосет, но просто там у нее видны шрамы на руках. Одна рука у нее не бионическая, ну, блин, ну протез, короче, какой-то угу. такой, ну, навороченный. И, видимо, это было на волне того, что там, типа, я не стесняюсь своего тела или еще что-то такое. И там фотографии, ну, молодой женщины, которая не сдалась, она, ну, хочет жить нормальной жизнью и заявляет всему миру. Ну, я считаю, когда ты там нажираешься до 200 килограмм и фотографируешься, и говоришь то, что это норм, когда это для здоровья пиздец, это не норм. А когда у человека, ну, реальные какие-то, ну, шрамы там, которых он стесняется, и он пытается mm-hmm. преодолеть самого себя и показать обществу, что это нормально, я считаю, что это ок. И, это более и чем. Вы не представляете, какая грязь и говно были в комментариях. Люди писали, что она шлюха. По-моему, Варламов обратил на это внимание. Он не помню точно, блядь, Варламов или нет. Но, короче, кто-то собрал отбитые комментарии в соцсетях серии «Шлюха». Она тварь, которая изменяла. Правильно он ей руки отрубил, потому что она бледина. Типа, ёб как она может мать. Нахуй детей воспитывать? Она шлюха. И там просто, там, я честно, ну, мудаков в сетях, блядь, топилых пидоров. Ну, потому что, я не знаю, и причем множество из этих комментариев были написаны женщинами. Нет, в том-то и проблема, что женщинами. То есть каких-то отбитых там мужиков, которые там говорят, там, а шлюх, да? Это... В принципе, я могу представить, но когда женщина просто пишет, типа, правильно он ей отрубил руки, я не знаю, как, блядь, что должно быть в голове, чтобы вот как нейроны, блядь, должны у тебя в твоей тупорылой башке, блядь, сложиться так, чтобы ты смог это, блядь, напечатать. Ебучее просто животное. Но я не знаю, как вот, блядь, ты понимаешь, что эти люди ходят, блядь, мимо тебя на улице. Это просто охуеть. Бьет, значит, любит. Отрубает руки, значит, шлюха. Ну вот, кошмар. И, ну да, вот эта история, она меня тоже очень поразила. И меня больше, наверное, как-то вдохновила, как она нашла в себе сил. И там воспитывает ребенка, она с этой рукой даже машину водит. Ну, она достаточно жизнерадостная девушка уже, ну, с каким-то даже...
сарказмом, шутками может это обсуждать. И, ну, и я говорю, что действительно меня всегда трогают все вот эти истории, когда вот пару лет назад тоже была история блогерша, блогерша к этому... Блогерка. Как сказать, внимание при... Обратила внимание на эту историю. Да. Девушку, они даже, он не муж ей был, парень тоже, он ее там избивал, она от него ушла, и он ее где-то поймал тоже, вывел в лес и топором ей, ну, в голову как бы, ну, попал. И, ну, не, что-то не задел, уехал. Она там доползла до проезжей части. Ну, там кто-то ее взял и отвез в больницу. Но она выжила. Но история вообще тоже страшная очень. Бля, мне что-то так знатно пригорело, пиздец. Я просто вспомнил эти комментарии. Вот просто, бля, у меня реально горит просто. Нахуй. А? Я не понимаю этих людей. Ну это просто... Ну это пиздец. Те, которые это совершают, это отдельный пиздец, а те, которые это оправдывают, блядь, это... Это victim blaming, Андрей. Надеюсь, ты за сегодняшний день это понял это понятие. Это сумасшедшие люди. Ну да, ну как бы объективно когда человек это больные люди. Оправдывает. Это victim blaming. You know? Это, по-моему, шизофрения. Вы знаете, я вообще, когда вот случилась вся эта история с Тодоренко... Там ведь многие сразу начали рассказывать свои истории, как у них происходило домашнее насилие. Я был крайне удивлен, сколько среди моих знакомых оказалось жертв домашнего насилия. И причем там в Инстаграме у меня многие знакомые делились историями. И типа сначала просто поделились, условно говоря, то, что у них такое. А потом, ну так как там сразу шквал вопросов возник, типа как ты там допустила это... как долго это продолжалось, почему-то сразу не ушла, и пятое-десятое. И более подробно начали рассказывать, и то, что, условно говоря, это к разговору про звоночки. Типа, знаешь, там одна моя знакомая рассказывала то, что да изначально все начиналось хорошо, там типа парень ухаживал, очень заботился, там завтрак в постель приносил, все вот это прочее. Потом, ну как-то, ну знаете, ну просто там а что ты с друзьями там засиделась, там, пораньше бы домой пришла, мы с тобой кинчик посмотрели и прочее. И вот так потихоньку, по шажочку приходило к тому, то, что там он мог ее как-то ударить там в споре, когда она там, условно говоря, после работы пошла встретиться с друзьями. И она, типа, условно говоря, потому что это продолжалось достаточно долго, и он долго к этому подводил, и она чувствовала сама, что поступала неправильно. То есть ведь это самая большая проблема, то, что у нас многие оправдывают этих людей, которые совершают домашнее насилие, то, что типа женщина неправильно поступила и прочее. Я просто охеревал, насколько это выстроенная, блядь, система, когда у него, грубо говоря, план на год вперед расписан на этот счет. В итоге он там, изначально все начиналось с того, что там, ты что-то засиделась с друзьями, через полгода это было то, что ей вообще нельзя видеться с друзьями, и она думала то, что это нормально. А через не тот, год он... который там на три дня потом пропадал, он типа не разговаривал с ней. Че? Это не та история, где типа, ну, чувак еще так наказывал, типа он на три дня исчезал там, типа. Это Андрей про знакомую рассказывает. А, да, я вообще. Просто, не, ну, наверное, все эти истории в принципе очень похожи. Ну да, в том-то и дело, то что как к этому подводят, это же охуеть. Я просто, ну, мне изначально не сходилось в голове, как может человек, ну, допустить, чтобы произошло домашнее насилие, и от этого просто, ну, охуеваешь. Ну вот, я не знаю, насколько норм вот эта история из «Большая маленькая ложь». Ты, наверное, Андрюх, не смотрел? Я не смотрел. Адель, ты же смотрел, да? Да, смотрел. Ну, вот вспомни Николь Кидман, которая там живет, типа, в классном доме, там у нее, блядь, там муж преуспевающий и все дела, и которую он, ну, реально жестко пиздит просто, пока никто этого не видит, но они живут пригород, счастливые белые люди и прочее, и как бы никто даже, наверное, предположить это не мог, потому что она это тщательно скрывала, и плюс это было еще совмещено с, я думаю, это какая-то сексуальная
девиация. Она стала заложницей этих эмоций. Ну, типа... Но это классно показали после того, как он умер. Он ее там, типа, пиздит, она там плачет, все дела, и они начинают ебаться. После этого, и как бы ей такая, такое доминирование в итоге, как вот, доминирование как бы игровое и реальное, я так понимаю, что начинает сливаться в одно. И, ну, я понимаю, что это выдуманная история, но это выглядело, по-моему, крайне реалистично. Ну, это, наверное, отражение синдрома жертвы как раз. Я к тому, что звоночки-то, наверное, всегда существуют. Просто не все они видны остальным людям. Да и просто, ну, знаешь, это... Даже, я думаю, в отношениях ты не... Вот опять же, по истории моей знакомой, то, что, ну, знаешь, она сейчас анализирует то, что это были звоночки тогда, когда это происходит, ну, условно говоря, засиделась ты что-то с друзьями после работы там. Приезжала пораньше, мы кинцо там посмотрели, пиццу заказали. Ну, нормально вроде. Потом что-то, слушай, да приезжай просто сразу домой после работы. Будет заебись. И вот так, знаешь, по шажку, и она в итоге, ну... не осознавала, что происходит что-то плохое, когда в итоге доходило до домашнего насилия. Это же не просто там был один случай, она от него сразу ушла. Это продолжалось долгое время. И то есть, ну, какие-то люди просто со стороны знали об этом и смогли ее спасти из этого пиздеца. И она потом смогла проанализировать это. Мне кажется, то, что, ну, со стороны даже многие могут знать, но, типа, в нашем обществе просто это не считается чем-то, к сожалению, запредельно ужасным. Мне рассказывали историю про одну девушку. Ну, это как бы там через... Я даже ее не знаю просто. Ну, как бы просто история. Про то, что... Там было... Ну, грубо говоря, там девчонки увидели у нее синяки на руках. И говорят, ты че, типа... Ебанулась, что ли? Он тебя бьет, типа... Пусть он идет нахуй. И подговаривают ее там... Ну, расстаться с ним. И когда там ее подруги встречают этого мужика, он говорит, вы что там, типа, охуели, что вы ей наговорили и все дела. Они говорят, типа, она тебя шлет нахуй, ты ей не нужен, потому что ты вот такой вот абьюзер. И что после этого происходит? Он ей звонит, говорит, какого хуя? А она, короче, подходит к своим подружайкам и говорят... И говорит то, что вы мне нахуй жизнь испортили, потому что он хороший на самом деле, а вы пёзды тупые. Вот да, в этом же основная проблема. То я никогда не был, естественно, я же сильный мужчина, белый, цисгендерный, угнетатель. Я не был на месте жертвы. Да ладно, слушай, чего вы так реагируете на это? Ну это же стёб. Почему, что вы видите в этом плохого? Я тебе футболку, блядь, на Новый год подарю, вы белый, дружите, цисгендерный. Блядь, столько, сколько... Ну я не знаю, почему вы удивляетесь. Мы не удивляемся. Мы заебались. Да. Да потому что у нас какие-то, блядь, темы сегодня пиздец тяжелые, вам не кажется? Ну, блядь. Жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая. Ну как бы... Ну, знаешь, когда ты смотришь такую документалку, и, ну, начинают лезть такие мысли в голову. И ты понимаешь, что это реальность, в которой на самом деле живешь. Короче, я никогда не был на месте жертвы, но... и никогда не был на месте абьюзера самого. Ну, то есть я никого никогда так, ну, не угнетал, не носил. Я даже не знаю, как подобрать правильное слово. Ну, ты же каблук, в принципе, поэтому а, не ну твоя да. тема. Ты даже не замечаешь, как по отношению к тебе производится. Блин. Я сейчас начал смотреть на свою жизнь иначе. И, ну, я думаю, что, наверное, все равно под такое попадают люди с низкой самооценкой. Или так тебе с, могут занижать ну, самооценку. Ну, слушай. Понимаешь, изначально, ну, я же тебе говорю, это не резко происходит. Это нет такого, что хуяк, сегодня тебя обосрали и отпиздили. Поэтапно тебе занижают эту самооценку, что они начинают над тобой доминировать. Ну, даже поэтапно ее тебе занижают, самооценку. Окей, даже помимо самооценки есть еще критическое мышление, Андрюх. Ну, и? Ты, ну, то есть ты уверен в том, что любого человека так можно сломать? Нет, не любого. Ну,
кто будет наиболее подвержен этому? Речь-то люди с... Ну, я не говорю, что какой-то слабый характер — это очень плохо. Там, инфантилизм, то, что... Ну, люди все разные, и я считаю, что по-своему это прекрасно. Я ненавижу только в людях тупость. Вот тупость и ограниченность. Жестокость еще. Ну, жестокость, да. Да, тоже хуевое качество. И, ну, не знаю, надо культивировать как-то любовь к самому себе, значение личности. И как бы я думаю, то, что помимо того, что освещать эти проблемы абьюза, ну, должен быть какой-то институт в искусстве, который будет, ну, я не знаю, что-то жизнеутверждающее снимать. Не знаю, что я хотел вообще сказать этим. Но, короче... Ну, смысл то, что вот, нужно вот, больше смотри. Любить себя, чтобы этого не допускать. Скажем так, да, вот какие-нибудь... Это не европейские идея. Демократические ценности не минуя не вокруг государственной машины, а вокруг личности, свободы выбора, вероисповедания и прочего. Какие-то священные вещи для человека, которые его формируют, там, защищают от каких-то там от агрессивной среды. Угу. И в здоровом обществе, я думаю, в принципе. Не может существовать вот этих проблем, потому что я думаю, ну, что жестокость мужчин, допустим, по отношению к женщинам, наверняка, кстати, не наверняка, а даже, допустим, взять каких-нибудь маньяков, да, они все подвергались домашнему насилию со стороны родителей, ну, большинство из них подвергалось насилию со стороны родителей. А ненависть к женщинам, в частности, формировалась в основном из-за скотского отношения матери. То есть, когда у человека с детства формируется ненависть к человеку, который должен быть самым близким, он становится либо каким-то, блядь, насильником сумасшедшим, либо... Ну, у человека видоизменяется вообще понятие любви и заботы. Ну, да, то есть там вот эти все понятия эмпатии и прочего, там, ну, там смещены вот эти... Центры тяжести, как говорит Адель. Центр силы. Энергия чи, если вы понимаете, о чем я. Да, Вадим, я с тобой согласна. Или ци. Хуи. Как там у железного кулака было? О, ребят, смотрите, пробка рассосалась. Андрюх. А? Ты, конечно, не сочти за абьюз. Но куда мы путь держим? Да я думаю, слушай, дождик закончился, может, в парке прогуляемся.